Бёрдтрап жив! Какого фига ты выжил? Это же Фредди! И эндоскелеты, и Бёрдтрап, что здесь вообще происходит? Фредди, ты жив? Фредди, он весь обгорел, смотрите! Ванесса, простись, тут Бёрдтрап, быстрее, там еще эндоскелеты едут, едеть, колотить! Привет! Только что ты увидел финальную катсцену из FNAF Security Breach, где пиццерия разваливается и Бёрдтрап погибает. Но это ли произошло? Сегодня мы узнаем, что действительно случилось в самом финале игры и посмотрим, что же было дальше. Это будет реально круто, поэтому скорее ставь лайк. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Сразу погнали играть! Автомат Princess Quest 2. В огне мы нажимаем пробел и попадаем в разрушенную пиццерию, в которую Грегори вернулся уже, когда повзрослел. Соответственно, это руины. Это практически DLC к FNAF-у, которое мы ждем, и которое выйдет в 23-м году, но сделанное фанатами. Сейчас мы посмотрим, что же случилось. Тут у нас шахта какая-то, офигеть. О, смотрите, это же Венни! Это ее костюм. Венни, ты живая? Алло? Так, я не могу сесть. Венни! У нее глаза светятся. Блин, крипово! А в этой концовке, я не знаю, погибла Венни или нет. Тут же, получается, убили только Бёрдтрапа. Ладно. Что? Энда? Не понял сейчас. Он что, на меня нападает? Подожди, а что ты тут делаешь? Я ж тут не было. Так, подожди, эндоскелеты выжили какие-то. Хорошо, давайте мы пройдем в шахту. Тут можно что-то взаимодействовать с чем-то. Да в смысле? Они что, ко мне едут? Вы офигели? Спокойно, что-то взаимодействовать. Я что-то поджег. Что за фигня? Бёрдтрап жив! Какого фига ты выжил? Тебя же убил Молотон Фредди! Офигеть! А с хрена ли Бёрдтрап жив? Его же Молотон Фредди завалил. This place gives me chills from back then. Так, Грегори говорит, что это место приводит его в ужас. Зачем он сюда вернулся? Наверное, чтобы убить Бёрдтрапа до конца. Так, мы можем поджечь здесь все. Он стоит, смотрите, он... А! Что? Эндоскелет спокойно. А, он наверное загрелся! Беги! Беги, Грегори! Так, это какой-то лабиринт долбанный. Я не люблю лабиринты. Это что? Мы собираем какие-то штуки. Бёрдтрап, отстань! О, я его обошел красиво. Красиво. Так, это надо поджигать? Это надо... А-а-а! Да почему он меня догнал? Я же убегал! Как это вообще пройти? This place gives me chills from back then. Так, Грегори, успокойся, тут арбузы лежат. А, подожди, это каска, я думал, это арбуз. Блин, ребята, завезите кучу лайков, потому что это реально... После финальной катсцены мы попадаем в эти шахты, где еще остались аниматроники и жив Бёрдтрап. Какого фига? Почему Молотон Фредди его не добил? Может быть, мы его тут тоже увидим? Очень криповая шахта, на самом деле. Но Бёрдтрап реально быстрый. Отстань! Да, блин, я хотел его пойти, не получилось. У него даже глаз нету, крипота. Крипота, да и только. Так, Грегори, заткнись, пожалуйста. Как пробежать мимо Гличтрапа, точнее Бёрдтрапа, чтобы он меня не убил? По-моему, никак. То есть у него активируется триггер, когда я мимо него пробегаю. Где? Блин, я потерялся! Спокойно! Спокойно, я бегу нормально, все. Сможем ли мы поджечь по-быстрому? Ой, там еще эндоскелет. Энда, отстаньте от меня! Там эндоскелетов куча! Твою жопу! Я поджег все! Здесь тупик! Не-не, не тупик, нормально. Бежим, 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 бежим. Надо найти выход отсюда. Так, он, по-моему, от меня отстал. Мы должны сжечь тут все дотла. Мы вернулись сюда, чтобы закончить начатое. Вагонетки? Вагонетки? Какого фига? Меня убьют! А-а-а! Он бежит за мной! Там еще эндоскелеты! Твою жопу! Что это такое? Я какие-то палки собираю, я не знаю зачем. О! Игровой автомат! Это же Princess Quest 2. Он не работает! Почему? Он бежит сюда. А я могу залезть на гору? Подожди, я почти залез. Я могу прыгать? Я не понял, что происходит? Он толкает, он застрял, он застрял! Бёрдтрап, он не застрял, твою жопу, беги! Беги! Так, я на горе! Я же был на горе! Мне кажется, эту игру невозможно пройти, это очень жестко. Может, Венни что-то как-то можно активировать? Нет, она вообще дохлая.
То есть, получается, Бёрнтрап все-таки убил Венни. И остался жив. Надо как-то его убить. Надо как-то что-то сделать. Может быть, все сжечь надо здесь? Блин, ну это очень крипово. Это реально крипово. Ты понял прикол? Вот я... Это секретная глава практически. Секретная глава после финала игры. Там тоже эндоскелеты. Они повсюду. Их два, да? Их два. Так, тихо-тихо. Поджег... Я не поджег! Черт, я не поджег, я не успел. Давайте сделаем круг для того, чтобы все это поджечь. Нам нужно сжечь дотла эту пиццерию. Отстань, Энда. Чего? Я не понял. Спасибо, что поиграли. А зачем мы собирали эти палки тогда? Подожди, мы, наверное, собираем их, чтобы поджигать. Да, мы собираем эти фаер... Ну, типа... Короче, поджигалки, чтобы зажечь Бёрнтрапа до конца. Так, Бёрнтрап обходим, обходим, обходим. Хорошо, красиво. Так, мы сожгли его или нет? То есть всего три бочки. Всего три бочки. А где третий фаер этот? Фредди! Это что, гроб? А-а-а! Тихо, мы мы сломали этого дятла! Так, это реально гроб. И Фредди разобранный лежит. Ребята! Это же Фредди! И эндоскелеты, и Бёрнтрап! Что здесь вообще происходит? Фредди, ты жив? Фредди, вставай! Я Грегори, я в тебя уже не залезу, потому что я вырос! Это логично. А мы можем как-то... Они меня убьют, если я буду так стоять? Так. Он застрял. Они все застряли. Они все застряли, ребята. Фредди. Фредди, вставай! Фредди, ты мне нужен! Фредди! Фредди, ты жив? Фредди! Он весь обгорел, смотрите! Блин, Фредди, почему? Почему мы потеряли его снова? Нет! Они... Где ты? Они скелеты убивают. При том, что у них нет особо скримера, но они тоже убивают. Нам осталось, знаете, кого найти? Молтон Фредди. Мне кажется, он с той стороны, где Бёрнтрап. Вот Бёрнтрап. И там кровище, видел? Так, я сейчас возьму еще один, еще одну свечку, чтобы поджечь бочку. Так, иди сюда, собака. Как он крипово бежит, а так быстро. Мы еще с той стороны не были. Как-то надо обойти эндоскелета. Обойти! Да он перегородил мне дорогу, блин. Подожди, а если мы отведем, сейчас этого Бёрнтрапа сюда? Смотри, сюда пошли. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем к Ванессе. Он сможет сюда зайти, интересно? Ну на гору я залез. Я залез на гору, но не могу. О, вот, вот тут он меня и достанет. Э, придурок! Где он? Он застрял? Он что, реально застрял? Он реально застрял? Ты что, застрял? Э, я здесь! Так, я не понял, он застрял? Придурочный. Он не застрял! Я думал, он на мяч! Блин, это так страшно! Это я от него отвернулся, короче, он за мной все равно пошел. Подожди, я уведу тебя сюда, слышишь ты? Ты мне от... Он весь в крови, иди сюда. Бежим, 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 бежим! Капец, кровавый Бёрнтрап, что с ним делать? Так, вот он бежит ко мне. А чё так? Он застрял. Он застрял! Он застрял! Э, Ванесса! Ванесса, Бёрнтрап жив! Деритесь! Срочно бей его! Ванесса, вставай! Ванесса, простись, тут Бёрнтрап, быстрее! Там еще и эндоскелеты едут, ететь, колотить! Они сюда не могут пройти, получается, да? А мне можно как-то обойти сейчас Бёрнтрапа, чтобы... Чего? Зацените, я вышел за уровень практически. Если бы я еще умел прыгать, но я не умею прыгать. Подожди, пробуем. Спокойно. Бежим! Все, мы его забаговали, отлично. Бежим сюда. Здесь мы еще не были с вами. А тут все завалено. Тут все завалено. Ага, еще бочка. Это не та бочка. Мы подожгли, получается, сколько? Две бочки, да? Блин, эндоскелеты очень быстрые. Может быть, мы как-то сможем спасти Фредди? Так. Это не все бочки, а почему я выиграл в прошлый раз? Слышишь, ты козел. А, не надо! Тихо, я застрял. Тут еще застрять можно, очень опасное место. Так. Во, эндоскелета два лежат. Смотрите. Офигеть. Это что такое? Фонарь. Там фонарь. Подожди, я правильно иду или нет? Я заблудился. На, это батарейки были? Вот он, Фредди, Фредди! Фредди, батарейка, это батарейка для фонаря. Они очень быстрые. Да какой батарейка? У меня есть батарейка, дурачок. Фредди, вставай! Фредди, проснись! Так, понял, нам от Фредди... Фредди нас не спасет.
Хватит повторять про батарейки, Грегори, у тебя есть. Нам нужно подожить эту бочку, и мы выиграли. Мы выиграли. Итак, почему мы не побеждаем? Я же в прошлый раз... У меня фонарик умер! Мы в полной темноте остались. У меня умер фонарик, я не знаю, что делать. Я в темноте. Я ничего не вижу. Я не знаю, где батарейки. Я же... О, они мне освещают путь. Молодцы какие. Давайте, давайте. Сюда сведите. Сюда сведите. Сюда. Во, последняя бочка, ну! Да это не последняя бочка! Они освещают мне путь. Какие молодцы. Да посмотри. Батарейка. Так, 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 пацаны. Мне нужен... Мне нужен последний бочка. Вот она. Не надо, ты беги! Я чуть не застрял. Тихо, я обосрался. Так, где бочка? Тут все горит, ребят. Чё мне светит в глаз-то так жестко? Батарейка! Я взял, хорошо. Мне нужно дойти еще бочку, чтобы сжечь эту пиццерию нахрен. Точнее, уже остатки этой пиццерии, уже просто шахты какие-то. Я тут все поджег. Да почему батарейка так быстро дохнет? Как мне жить вообще? Так, ждем, пока они посветят. Пацаны, посветите по-братски. Я не вижу нифига. Я что, в тупике? Я в тупике, по-моему, да? Это тупик. Это не тупик! Спокойно. Я вообще ничего не вижу. Блин, эндоскелеты, вы где там так долго? Эндоскелетики. Вот он идет. Иди свети. Иди свети, молодец какой. Он светит мне, молодца. Но я двигаюсь быстрее. Почему я до сих пор не выиграл? Что за фигня? Не, бегать в полной темноте. Фонарик не работает. Все, до свидания. Бочка, это не бочка. Где найти еще одну бочку? Блин, они даже подсветить нормально не могут. Пацаны, вы хотя бы, ну, направьте фонарик в нужное место. Но мы, получается, уже в любом случае прошли. Мы уже в любом случае прошли все, потому что катсцена у нас была финальная. Но я не понимаю, почему сейчас я не могу ее активировать. Я вроде поджег все бочки. Где-то еще осталась бочка, которую я не поджег. О, тут тут есть проход. Эндоскелетик. Блин, так крипово в темноте от них шарахаться. А чё, он там застрял? Иди сюда. Ну, подсвети нормально мне, давай. Батарейка, ура. Ха-ха-ха-ха-ха, у меня есть... вот она последняя бочка, смотри. Все, победа. Неужели я в прошлый раз поджег столько бочек? Блин, ну на самом деле это было реально круто. Мне понравилась игра. Она, конечно, короткая, но будем надеяться, что разработчик продолжит ее доделывать, и мы увидим продолжение. Теперь ты знаешь, что произошло после финальной катсцены FNAF Security Breach. Это было реально круто. Мы убежали от Бёрдтрапа и сожгли остатки этой пиццерии и этого мега-пиццаплекса. Это было реально круто. Надеюсь, тебе понравилось. Ты лайк уже поставил. И мы увидимся в следующих роликах. Всем удачи и всем пока!